Ничего святого нет у жителя Нижнего Тагила. Там недавно освободившийся экземпляр напал в подъезде на бабушку. Он до смерти перепугал пенсионерку ради 1000 рублей. А что произошло? Грабеж. В отношении кого? В отношении бабушки. В полицию позвонили соседи 88-летней пенсионерки. Пострадавшая так разнервничалась, что пришлось вызывать скорую помощь. Дело было так. Бабушка возвращалась домой из магазина. У подъезда на лавочке заметила незнакомого мужчину. Вслед за пенсионеркой он начал подниматься по ступенькам. Бдительная тагильчанка повела себя, как и подобает бабушке, спросила, в какую квартиру он направляется. В ответ мужчина грубо затолкал пожилую женщину в подъезд. Она стала кричать и звать на помощь. Тогда он натянул ей на лицо шапку, а рукой закрыл рот. Нападавший забрал телефон, ключи от квартиры и 1000-ную купюру. Убегая, грабитель забыл на скамейке, где сидел пакет. В нем, среди прочего имущества, находилась книга. Эксперт аккуратно обработал ее поверхность, откуда извлек четкий отпечаток, который в дальнейшем направил для исследования в имеющуюся базу данных. Оказалось, что за плечами грабителя 9 судимостей за кражи и разбои. Освободился 4 месяца назад. На добытую 1000 купил себе выпить. Задержали злодея дома по месту жительства. Он даже не пытался скрыться. За нападение на бабушку ему грозит до 7 лет лишения свободы.